Власти Ирака обвинили Турцию в нарушении суверенитета страны. Багдад возмущен переправкой в район Мосула десятков бронемашин и военных, направленных туда якобы для обучения бойцов курдского ополчения. При этом в руководстве коалиции, которую возглавляют Соединенные Штаты, подчеркивают, что не имеют к действиям Анкары никакого отношения. Премьер-министр Ирака потребовал от Турции немедленно вывести войска. И еще один факт. Как утверждает агентство Рейтер, турецкие ВВС прекратили боевые вылеты в Сирии после того, как сбили российский самолет. По данным журналистов, это прямая рекомендация Вашингтона.